Телекопания ХПЕУ представляет. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Что вы сегодня принимали? Я ничего. Дома ничего не принимал. Как музыка? Заебись. Какая музыка? Вы не слышите музыки? Не-не-не, я такой не люблю музыки. А какую вы слушаете? Я вообще не слушаю. Я продал магнитофон, знаешь, чтобы на дозу иметь. Ну ты понимаешь. А вы наркоман? Да, я наркоман, блядь. Последний левел. Левел. Скилл, наверное, какой-то есть, да? Скилл, да, есть скилл. Скилл, а, в носик, да, скилл. Носки не носки нюхаете? Нет. Я могу предложить... Не нюхаю вообще. Две пары носков. Патрик поехал. Патрик? Что такое Патрик? Я не знаю его вообще. Не знаю, наверное, бывший одноклассник. Блядь, как мне в глаза хуярит. Кто это так смеется, нахуй? Покажите, кто так смеется. Чем вы занимаетесь по жизни? Я вижу у вас это впечатлительное лицо. Я очень перспективный молодой человек. Мне открылись двери во все универы страны и целого света. Я их все закрыл, да? Нет. Сдал на металл, знаешь, что, блядь, на дозу. Все двери в универе сдали на металл? Да, у нас новенькие такие железные поставили. Думаю, а чего бы и не снять, но... И снял. Снял кого, шлюх? Да. Ну вечером, четверг, не помните? Мы вас видели, еще у вас интервью брали. Да, четверг. Четверг. Вспоминаете по чуть-чуть? Нет. Это какое телевидение-то? XPL, слышали такое? XPL? Не, а что это такого? Группа такая есть, XPL. А что, чем она занимается? Может, какие перспективы мне дадут? Нет, они не перспективны. Вообще ноль. Как хули они тогда, блядь, пробивают? Может, вы знаете, какую их песню споете для зрителей? А это они пели про шашлык? Не, они пели про, знаете, про мосты, там, поезда. А, там, ненавижу поезда. В ухо не надо сунуть. Все, Патрик пошел. Поехал. Полетел. Что там песня про мосты с поездами? Так, когда ХПЛ ненавидел мосты, и он сжег поезда. Так вы же видели, что вы не знаете группу ХПЛ. Чувак чистит дорожку. У вас дым с рта идет, всегда вы кашляете. Что это такое? Нормально. Как в школе. Как в школе, да. Как... А, я видел интервью какое-то там было, танец такой. Со! Они с такие, говорит. А, это мы брали. Да, это ХПЛ, да? Поляка брали ХПЛ. Анджея, да, или какого-то? Адам звезд. Адам, да. Блядь. Не ругайтесь, матом нас могут смотреть дети. Да, я люблю детей. Может, вы там того? Не. Не того? Не того. С этими... Кедисом видел. Я вспоминаю. Кедис. Что за Кедис? Кресло. Смотрите. Патрик поехал. Видите свет? Смотрите в свет. Ага. Не там. Ага. Не, вы промахнулись чуть-чуть. Вот здесь смотрю в свет. Видите свет? Вижу. Смотрите внимательно. И что? У вас зрачки. Все длиннее, длиннее. Больше. Воруйте деньги у него! Нет, это шутка. Мы, знаете, такие... Да у меня денег нет, блядь! Мы такие с приколом, знаете, мы любим по приколу. Ты посмотри, сколько у меня в кошельке. Смотри. Банковская карточка есть? Нету! Все нукай! Что вы сделаете, чтоб мы вас отпустили? Вы меня держите? Мы вас подобрали на вокзале. А, сегодня? Ну. А где я вчера был? Вчера четверг, вы говорили, залипали там где-то. Залипал?
Ну, клеем приклеились и залипали там к асфальту. No. No. По-английски на себе разговаривает. No. Просто кончается доза у меня уже. Так, сейчас я буду психован. Мы сейчас уберем камеру, вы можете там продолжить свою дозу. Дозу? Хорошо. Не снимайте. Он дрочит. Да. Что вы употребили только что? Я героин. Через веру? Да. Ну и как? Плёстно. Подвигайте ушами. Здесь я купил на Лукойле. Героин. Купили на Лукойле? Нет, героин за 34 лита. Сколько тут грамм? И не надо уже распространять точки. 2.5 грамма, ну. Подвигайте ушами. Грязные уши, ты грязные, блядь. Может, помоем? Давайте. Не, мопед. Сколько у вас? Кукурузка. Сколько у вас глаз, скажите? Так, как и у тебя 3. Шоколадность вы посчитали. Уже не шоколадный. Вы любите пить шоколадки? Не любите? Чё, приплыл? Накрыло, пацана. Нормально. Ай, на шоколадку пробила, видишь? Не. Кушать захотел. Что сникерс имеет? Когда вы обещаете побриться? Я побритый. А то вы поцарапали все сиденье своей бородой. Бля. Не. Ну вот. Колупай. Смотри, там новый мир открыл для себя. Нюхай. Мне так удобно. Да, вас бывает часто так накрывает? Накрывает вас часто? Накрывает? Да. Чего вы смеетесь, оператор? Оператор, блядь. Офигенно видно. А теперь? Лошара ты, нахуй! Нет. Потанцуйте что-нибудь. Эй, не ломайте мой микрофон и дыньте чехол. Наверное, потом попробую. Так, ну, типа, экстрабасон. О, давай, вы в клубе. Зачем вы меня микрофоном по башке ударили? Ну скажите спасибо, нихуём. Нихуя себе. Нихуём, блядь. Так вот, хочу поблагодарить за участие в вашей сегодняшней игре. Что за игра? С вами был Дмитрий Нагин. Говорю пока. Все, пока. Поцелуйте в экран, пожалуйста. Нет. Ну, зрители, нет. Поцелуйте наших зрителей. Нет. Там все девчонки нас только смотрят. Не, вот монитор. Не, не умею. Я боюсь. Хочешь, я покажу? Вырубай, да нахуя. Ну, извините.